Всем привет, котята, меня зовут Лана, и сегодня мы с Евой и Ульяной продолжаем горячий бекон. Но мы, пожалуй, перепрыгнем через несколько карт и сразу попробуем пройти последнюю, потому что мы еще ни разу в нее не играли, и очень интересно, что же там будет. Ну что, поехали! Кстати, наш ивент со скином Таноса все еще продолжается, и я думаю, что мы с девчонками попробуем его успеть пройти до того, как он закончится, и мы больше не сможем получить награды. А сейчас экстремально сложная карта, секретная формула. Честно, не знаю, сможем ли мы это сделать, но давайте попробуем. Это больница, где Рик и дядя Билли работали или работают. Они оба работали в операционной. Оу. А здесь всегда были слухи о том, что здесь проводились какие-то секретные эксперименты на нулевом этаже. А похоже, что кто-то искал формулу. Формулу для того, чтобы сделать всех беконами? А, может быть, мы сможем узнать побольше об этой формуле. А, в общем, да, возможно, и сможем. Ну, какой кошмар. Ладно, так, давайте, может, мы сможем попробовать. О, ключ. Так, отлично, Ева берет ключ. А вот там еще два ключа. Супер! Так, здорово. А, давай-ка, наверное, возьму желтый. Я видела... Что ж я... делаю-то. Я видела там сейф. Надеюсь, что бекон появляется не здесь. Так. А это шокер? Ну ладно, это удобно, в принципе, это хорошо. Эй, беконище, стой! Стой, давай у тебя шокера. Тихо. А, я, по-моему, промахнулась, да? Я уже промахнулась, понятно, значит, мы просто убегаем. А у шокера вроде как есть способность перезаряжаться. По идее, так, я там вижу голубой ключ еще. А, по-моему, девчонки уже много чего пооткрывали. Давайте посмотрим. Шокер, нет, все еще не перезарядился. А, когда он может использоваться, по-моему, он становится синего цвета. Либо это, конкретно вот это, однозарядный шокер. Так, здесь у нас красная дверь. По-моему, я видела у Евы красный ключ. А, где-то вот тут, значит, недалеко. Так, фиолетовый, это лом. Я просто умудрилась успеть взять лом. Главное теперь умудриться еще выжить при этом. По-моему, бекон остался где-то позади. О, привет, Ульян, привет. А, так, ладно, она там что-то открыла. Угу. А, ломом, по-моему, у нас вот эта вот штука открывается. Нет, не это. А зачем я вообще лом взяла? Эй, кто-нибудь объяснит, зачем нам лом? Ладно, ну лом так лом, подумаешь. Может быть, когда-нибудь и понадобится... Ой, тут всякие штуки. Что это? Ага, ладно, неплохо. Я вижу бекона, который там уже за кем-то... А, вот, смотрите, я использовала лом. Обалдеть, так красный ключ, вроде бы как им это уже и открыли. Это шестеренка. Возьму-ка я ее, не знаю зачем. Но она золотая, такая красивая. Может, и использую... А, когда-нибудь! Нет, не трогай меня, бекон, не трогай меня, пожалуйста. Так, там фиолетовый то что-то открывает. Может спуститься ниже? Смотрите. Так, у нас тут есть еще целый этаж. Целый этаж, и прости, Ульян, я привела к нам бекона. Пока девочки открыли пол карты, я понятия не имею, куда совать вот эту золотую шестеренку. Бекона здесь нет? Нет. Может, сюда? О, явно сюда, смотрите! Отлично! Что-то еще не хватает. Еще нужен рычаг и еще какая-то кнопка. Довольно много всего. Почему я пытаюсь бежать, нажимая на shift? Я всегда это делаю. В этих играх, где бегать нельзя. Так, а вот эта штука нам тоже нужна. Смотрите. А, пойдемте отнесем ее повыше. Не напоримся на беконы, я надеюсь. Под лестницей ничего. Так. Нормально. Пока что справляемся. О, нет, я прям слышу его. Ладно. Отлично, смотрите! Я что-то запустила, я не знаю что, у нас еще 5 минут на то, чтобы это узнать. На то, чтобы узнать, что я только что включила. А где-то, кстати, был еще фиолетовый сейф. А, возможно, там тоже что-то полезное, потому что... О, смотрите, я рычаг нашла. Я нашла рычаг, да, я утащила у тебя рычаг, все в порядке, так. Ага, а там бекон, ясно. Пойдемте вот так вот уйдем от него. Правильно, вот так вот. Это просто супер обман бекона. Так, и где-то вот здесь нам нужен рычаг, но нужна еще и кнопка. Я только что слышала два ужасных звука, это значит, что, скорее всего, с беконом я осталась одна, и
как бы это значит конец, это значит, что я не пройду. А, конечно, хотелось бы попробовать. А, вот, кстати, сейф. Давайте сейф откроем, просто посмотрим, что там лежит, а потом продолжим с девчонками. Да, вон там какие-то предметы, которые у них были, должны были быть. Нет, бекон, да подожди ты. Да подожди, сейчас я попадусь, только надо открыть сейф и посмотреть. Вдруг там что-то очень-очень полезное. О, как раз-таки кнопка, так это мы почти прошли. Ну ладно, бекон, ладно, забирай меня, зато сейчас мы, я думаю, быстренько пройдем. Так, ну что, девчонки, давайте пойдем, оранжевый ключ, возьму-ка я его сразу. И почему я каждый раз пытаюсь бежать, это ненормально, мне кажется. Так, вот у нас оранжевая дверь, мы ее сразу же открываем. А теперь возьмем, давайте, красный. Я видела, где красная дверь, она, в принципе, недалеко. Главное, чтобы там не появлялся бекон. Остальное все не важно. Так, открываем. У меня же красный ключ. Какие проблемки у этого ключа. О, смотрите, а я тут сразу нашла вот эту вот штучку. Она нам нужна. Так, где-то появился бекон. Надеюсь, что не близко. Отлично, здорово, сработало. По-моему, эта штука больше нигде не нужна. Так что мы... В принципе, можем взять сразу рычаг и походить с ним. Ой, я вот только не совсем понимаю, зачем мне рычаг, если у нас не открыт нижний этаж. Но, в принципе, можно, наверное, разобраться. Давайте попробуем убежать. Бекон идет не за мной, это хорошо. А, подождите, нет, этаж-то открыт. Этаж открыт. Тут почему-то голубой ключ, не знаю, где он используется. Так все просто, так все замечательно. Вот рычаг, мы его использовали, осталось использовать теперь только другие штучки. Так, что, Ева, что ты там нашла? Это что вообще такое было? Ева что, предательница? Она меня вывела прямо на бекона, говорит, эй, иди сюда, тут круто, а тут этот парень. Смешная шутка, не очень. Давайте еще раз. Давайте, я надеюсь, больше никто не будет никого подставлять. Так, тут ничего нет в этой комнате, а сейчас ни одного ключа, поэтому надо искать в других. О, смотрите, Ева уже справилась. Фиолетовый, не помню для чего он, какой-то пурпурный. А, вот для этого сейфа, смотрите, здорово. По-моему, кнопка, сразу же кнопка. Я не помню, открыт у нас сразу нижний этаж или нет. Давайте попробуем сходить туда. Нормально. Смотрите, здесь нужно молотком все разбить для начала. Угу. Но у нас уже появился бекон. Здесь у нас, кстати, смотрите, я раньше не заходила до того, как девчонки все открывали. Ой, давайте, да, здесь побегаем. Ульян, ты права. Давайте. Ой, ладно. Ладно, нормально. Мне пришлось убежать назад, иначе он бы меня поймал все-таки. А здесь у нас есть еще кнопка. Давайте сразу положим ее здесь, чтобы далеко не искать потом. Зеленый ключ-то вроде уже использован. Так что бекон идет на меня. Ладно, надеюсь, девчонки там что-нибудь пооткрывают. Не-не, мистер бекон. Давайте мы с вами вот разберемся. Как-нибудь. О, нормально, убежала. Надо теперь привести его туда. Надо было, наверное, захватить вот этот провод. Провод же нужен наверху. Но я слишком была увлечена товарищем беконом нашим. О, это полезная штучка очень. Кстати, есть еще одна полезная штучка. Мы сначала эту возьмем. Надеюсь, что девчонки еще не использовали лом. Потому что если они его использовали, то я сейчас делаю просто бессмысленные штуки. И возьму-ка я сразу вот эту горелку. Мне кажется, она уже использована. Ладно, хорошо, использована, значит, использована. Никаких проблем, пойдемте вниз. Там была куча полезных вещей. Мы их все возьмем. Например, вот этот вот шнурок. Шнурок нам понадобится наверху. Но еще где-то нужно достать молоток. И я понятия не имею, где. Надеюсь, у девчонок это получится. Так, ага, все здесь. Значит, бекон тоже где-то здесь. Пойду провод поставлю. Так, что-то он прям за нами идет, это мне совершенно не нравится. Зато мы можем поставить провод, и мы что-то открыли. Ого, как это я его убила? Так что он опять чуть не попался. У нас передача бекона сегодня очень... Не, Ульян, уходи. Очень прям активно происходит. Так, тут что-то есть. Тут есть рычаг. Есть рычаг, возьму-ка я его. И... А смысл? Подождите, там же внизу еще ничего не открыто. Очень не круто то, что нельзя прыгать по лестницам. Я вот даже не знаю, что теперь делать. Ой, смотрите, а вот тут что-то забрали, значит, можно сюда положить рычаг. И потом в этой комнате будут все предметы, которые нам нужны. То есть я сейчас сокращаю время, принося их поближе к вот этой открывающейся штуке. Но где молоток? Где молоток? Очень нужно достать где-то молоток, но я не знаю, где он.
Так, бекон там пытаемся обмануть. Подождите, зеленый еще не использован. Я была уверена, что зеленый использован. Я видела его уже 20 раз, пожалуй. Ладно. Да, я неплохо справляется. Здорово. Так, а где у нас зеленый ключ? Отлично, нашла. То есть мы сейчас еще что-то обязательно откроем. А, интересно, бекон все еще продолжает пытаться пролезть в эту маленькую нору. Да, я нашла супер способ, как отвлечь бекона, наверное, навечно. Так, отлично, открываем. И да, я нашла молоток. О, да, здорово, смотрите, девчонки, молоток есть. Осталось, кстати, найти шестеренку, но она вроде где-то недалеко была. Я ее где-то видела. Возможно, ее кто-то унес, конечно, но мы сейчас это узнаем, потому что открываем молотком уже все, здорово. Кстати, еще золотой бекон ушел. По-моему, бекон куда-то ушел. Где-то он, короче, ходит. Так, кнопочку ставим. Отлично, здесь где-то еще рычаг. Сейчас рычаг тоже поставим. И осталось шестеренку найти. Я так понимаю, что это все? Шестеренку уже поставили! Серьезно? Главный ключ? Главный ключ? Серьезно? Так, ладно, осталось не попасться бекону. А, слушайте, сюда мы пройти не можем, поэтому нам наверх. Надеюсь, не к бекону. Бекон... Он здесь. Уходим назад, уходим. Так, отлично. Подожди, бекон, не так далеко уходим. Возвращайся. Бекон. Что-то он ушел. Видимо, Ева его увела. Но раз Ева его увела, я думаю, что мы можем открыть главный выход. Да, девчонки, убегаем. Убегаем. Отлично, Ева ускакала. Ульян, пойдем. Сделаем кружочек и убежим, ничего страшного. Немножко побольше побегаем, но зато мы уйдем сейчас от бекона. Да, с третьего раза, но карта пройдена. Мне кажется, что он уже не успеет нас поймать. Так, отлично, давай, Ульян, уходи. И я тоже ухожу. Все, бекон. Один день, и мы все будем вместе через день. Подождите, неужели им осталось немножко до того, как нужно изготовить формулу? Я ничего не поняла из того, что здесь происходит, но, скорее всего, беконы хотят превратить в беконов всех и делают какую-то формулу для того, чтобы это было легко сделать. Ну, да я так понимаю, не знаю, как на самом деле. В общем... На самом деле это было довольно сложно, это экстремально сложная карта, проходить ее было здорово, но в режиме горячего бекона не слишком приятно. Но мы это сделали, так что всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и увидимся в следующих видео. Всем пока!